Давайте посмотрим. И когда мы начинаем работать с оператора старт, и первый раз приходим на эту букву, то у нас получается, что Y1 у нас это 0. Да, то есть у нас что здесь получается? X1 равняется 0 на Y2, плюс Y2, где я вырезал, это свой рейтинг с 1. То есть первая часть у нас для известной x1 равняется x1, известный y2, который присвоит x1, у нас больше не брал рука. То также следует из предусловий. То есть когда мы в первый раз попадаем вот эту дугу, у нас данных фильтр. И давайте посмотрим, как еще мы можем попасть на эту дугу. Ну, понятно, что пошло. Смотрим. Начинаем идти. Выходим через этот полный оператор. Идем более хитру. И возвращаемся на нашу дугу. Давайте теперь посмотрим, что будет происходить в этом. Предположим, что, собственно, у нас изначально, когда мы начинали движение, это никак не будет выполнено. То есть у нас было 1 равно y1, на y2 плюс y2, и y2 больше y2. После этого мы пошли по этой дуге, это дуге поменьше меткой тут. Это означает, что y2 у нас оказался больше или равно y2. Так, соответственно, после этого мы изменили значение промежуточных переменных. Таким образом, если предикат после этого изменения выразить в исходных терминах, исходных значений переменных у нас все получится. То x1 равняется y1, который уже новый, то есть изменяемое значение y1 плюс 1, умножить на y2, плюс y2, а y2 это у нас, соответственно, y2 плюс 2. Так, и вторая часть, это, соответственно, y2 больше равно 0, то есть y2 минус y2. Значит, если мы раскроем выражение у нас, оно совпадет с тем, что мы были, что мы имели в начале. Соответственно, можно сказать, что из этих предположений у нас все результаты будут выполнены. Точно так же будет выполнена и вторая часть, потому что игра происходит. Тем самым мы можем сказать, что мы доказали, что это условие будет выполнено всегда, когда мы проходим по этой дуге. Потому что мы сказали, что когда мы начинаем первый раз попадаем в эту дугу, условие будет предикатывать истинным. И теперь предположение, что он был выполнен. Мы пошли по циклу. Если мы вернемся в эту дугу, мы здесь истинно должны столкнуться. Соответственно, теперь мы можем показать, что когда мы пойдем в этот хаб, у нас будет выполнен способ условия. Поскольку единственный способ попасть в оператор хаб, это пойти по вот этому пути, никак по-другому мы сюда попасть не можем, то это означает, что мы начинаем из этой точки, где у нас выполнен исходный предикат, как мы только что сказали. Мы пошли по дуге на этот раз направо, то есть у нас вот, условно
года не грешил больше, не правда. Их 20 стало ложно. И мы хотим с вами показать, что будет выполнено по условию, то есть x1 равняется z1 на x2. z1 у нас присваивается здесь. Y1, поэтому мы как-то пишем, что y1 на x2 плюс z2, который получает значение y2. И выполнено условие, что 0 меньше z2 меньше, чем x2. Как мы можем видеть, у нас опять выполняется следствие, что из того, что мы имели в начале пути, у нас будет выполнено после слоя. Это у нас 1 в 1 соответствует, y2 больше равно 0. И, соответственно, то, что y2 меньше x2, следует того, что мы пошли по решению. Тем самым мы с вами показали, что всегда, когда мы попадаем в оператор у нас следует выполнить процесс. Положение, что изначально у нас будет выполнено средство. Соответственно, промежуток корректности, частичная корректность, то есть то, что если мы попадаем в оператор хайп, то есть программа завершается, будет выполнена. Теперь, чтобы показать полную корректность, нам надо доказать, что всегда, когда выполнено предусловие, программа завершится. Ну, давайте попробуем это сделать. Значит, программа у нас может не завершиться, если мы будем ходить по циклу бесконечного. Но мы с вами можем видеть, что у нас всегда при прохождении по циклу переменная y2 уменьшается на значение y2. Следовательно, поскольку y2 у нас, как мы с вами говорим, что y2 соответственно, в целых числах не существует бесконечная бывающая последовательность, которая при этом все время будет больше, чем равно 0. Соответственно, из этого следует, что у нас программа не сможет входить бесконечность по раз. Потому что у нас переменная y2, она злочисленная, она уменьшается каждый раз при прохождении по крайнему числу и всегда больше. Правильно? Где я сам? Не условие все равно. Я даже не смотрю. Я утверждаю следующее. y2 у нас целое число. Каждый раз, когда мы проходим по ряду, оно уменьшается. Если, кроме того, мы каждый раз, проходя по циклу, проходим по этой дуге. Мы с вами доказали, что всегда, когда мы проходим по этой дуге, целое число больше, чем равно. Соответственно,
Если мы будем знать бесконечное число раз, у нас будет бесконечная злочисленная последовательность, убывающая, которая всегда будет в команде. Мы теории. Мы знаем, что такое угол. Пользуются именно методами Флойда, которые ставят
лиги формальные рельсы. Есть механизмы, как сделать, чтобы мы не уверены, что с походом доказательства здесь происходит. Да, немножко. Давайте начнем. Смотрение метода Флойда. Значит, будем мы с вами осваивать два метода Флойда. Метод индуктивных утверждений и метод судебных ножек. Как можно догадаться, это первый метод предназначен для доказательства первой части утверждения, как мы с вами делали только что. А именно для частичной корректности программы. Второй метод предназначен для доказательства завершимости программы. Так. Обозначать условия на назначение данных промежуточных значений в начале пути такое, что мы, идя по полусхеме, будем идти именно по пути альфа. То есть везде, где у нас там была возможность это свернуть пути альфа, условия в начале пути нам обеспечить, что мы пойдем именно по той следующей двери, которая у нас будет функция пути означает, как изменится значение промежуточных переменных после прохождения по пути альфа. То есть у нас там в начале пути было некое значение данных промежуточных переменных, мы прошли по этому пути. У нас были операторы присвоивания, и функция выдаст, как у нас изменится значение промежуточных переменных в результате прохождения системы операторов присваивания на пути альфа. Значит, это неформально, что означает предикат и функция пути. Если определять более формально, это надо делать то есть если у нас есть путь альфа, то R альфа, да, плюс первое, мы обозначим функцию пути для последнего
для подпути, начинающегося с плюс первого оператора до конца. В этом случае К плюс первого, а здесь в общем случае M. Нам должно быть, соответственно, с M до оператора до конца пути. Ну и, естественно, база индукции у нас будет, когда M сравняется с K плюс M. В этом случае предикат C это, соответственно, истина. Это не изменяющееся значение функции. Соответственно, наши шаги индукции мы предполагаем, что мы уже для m плюс 1 плюс 1 определили предикаты функции пути и определяем для m. Соответственно, значение будет зависеть от типа оператора n, m, t. Соответственно, первый случай, если у нас n, m, t является оператором вида Сайлен, то есть у нас есть оператор, какой буквы G по В этом случае у нас R альфа МТ будет два случая, когда следующая дуга помечена меткой тяну, и второй случай, когда эта дуга помечена меткой тяну. Соответственно, в случае, когда у нас NMT, оператор тест, и EMT помечена меткой тяну, у нас RAMT равняется RAMT плюс первое Y, и понятно, что в случае, когда вот у нас оператор тест и EMT помечен на меткой false, у нас то же самое, только отрицание
это как раз означает, что проходя по этому пути, мы повернули там, соответственно, налево или направо, то есть мы в предикат пути добавляем соответствующий конец, который нам обеспечит, что мы при прохождении по пути пойдем именно по той ветке, которая вот этот путь ходит, а не по альтернативе. Значит, это в случае с пульской пути, все проще, она соответственно совпадает с m плюс t. То есть у нас в обоих случаях rm просто равняется m плюс t, что понятно, поскольку у условного оператора никакие значения переменных не имеют. Так, у нас что еще остается? Остается оператор join. Которым, я думаю, хотели просто, как вот поскольку функция и предикат пути в этом случае для f точно совпадает с фонами для m плюс m. То есть такой фон. Оператор слияния, он не влияет ни на кружечную переменную, свернуть на нем никуда не тянет. Соответственно, четвертый случай. Это отражение. У нас предикат. Функция пути остается n. Значит, поскольку у нас n находится в середине пути, то ни оператор star, ни оператор cut быть n-ным оператором не могут. Соответственно, мы, рассмотрев данные 4 случая, покрыли все возможные варианты. И тем самым определили r-альфа mt. Понятно, что конечный вариант, то есть функция пути альфа, собственно, предикат, это r альфа с линией. Значит, мы, естественно, еще раз. Тематика вполне понятная. Предикат пути означает, что мы пойдем именно по этому пути, не свернем нигде с него. А функция пути означает, как изменится значение тангенсных перемен, то есть прохождение по этому пути. Так, значит, я оставлю время. Давайте на 5 минут. Конечно, конечно.
наверное,